Друзья, это визит Алтай ТВ. Мы на полигоне, где проходят тренировочные полеты парапланеристов и сноукайтеров. Экипажем не теряем ни минуты. Моментально заправляем парашюты. Вот движок запущен, ремни пристегнуты. А куда вы путь-то держите в итоге? Фонарем. Не слышу. Куда вы летите? Долетим до конца протоки. Сделаю круг. 2-3 круга и на посадку зайду. Карлсон, я на лыжах полетел, он скоро вернется. Летит нормально, хреново сесть. Не полетел. Друзья, вы не поверите, я выиграла сектор приз, и сейчас я совершу полет на паратрайке. Паратрайк — это эта штука. Лошадиные силы 50, и веса может поднять до 350 килограмм. Мы с пилотом Алексеем проходим, и Алексей сейчас более подробно расскажет, из чего она сделана, вкратце. Ну, эта штука сделана из авиационного титана. Так. Довольно дорогая такая штучка. Вот. А что еще рассказать? Безопасность на первом месте. Это здорово. А мне есть за что держаться? За воздух только! Экипажем не теряем ни минуты. Моментально заправляем парашют. Вот кружок с мушерем не пристегнуты. Всем советую. И не холодно ни капельки. Я уже ничего не чувствую, но не холодно. Нет, советую всем. Это, Лена, адреналин. Адреналин просто зашкаливает. Адреналин. Мне прям лететь охота быстрее. Пора на слом. Ну а если все же цел твой самолет и получил ты разрешение на взлет. Улетел. С медом, да, настоящим. Ой. Чего вы холодное замороженное яблоко это? О, Алтайский край, все настоящее. Да. Все, да, свое родное. Да. Ой, мамочки, мне кажется, это нереально сложно, но безумно красиво. 12 декабря здесь будет еще жарче. Я не знаю, больше полетов, красоты. В общем, приходите все к нам на Алтайскую зимовку.